Так куда ты сегодня идешь? Что еще раз скажи? Конфетки. Дедушка Мороз тебе конфетки даст? Да. А ты что расскажешь? Ну все, пошла. У нас сегодня это, да, предновогодняя туса детская. Зейра! Аслан на кухню собирает голубику, которую разбросал. Сказал, буду кушать ее, но в итоге он ее все разбросал. Все собрал? Да. Я сейчас проверю. Ну, вот здесь вот одна. Еще будешь голубикой играться? Нет. Мама ее кушать давала вам, а не играться. Давай, пошли ручки мыть. Деть. Нет, ванной, по-моему. Я еще ногти хочу вам посмотреть. Да? Ну, это красиво. Очень красиво. Да ты все снял. А машинка ездит оттуда? Дай маме одну машинку. Давай я проверю. Раз, два, три. Мяу! Там она не проедет. Там же поломана дорога. Все? Мы всех выбрали, кто живет на ферме, да? Ну, давайте выберем. Зейра, зебра не живет на ферме. Где живет зебра? Нет. В Африке. Зебра не живет на ферме, Зейра. Кто еще живет на ферме у нас? У нас такая ферма с обезьянками, правда. Так что и зебра может на нашей ферме жить. Это кто? Теленок? Да, бывает, правильно. Жираф? Ну, пускай у нас и жираф будет. Нет, в джунглях. Да, в джунглях бывает. И свинючка? Это? Свинюшка бывает. Олененок в лесу живет. Они любят грязи. А они любят в грязи валяться, да. А у нас грязи нету. Грязи нету у нас на ферме. Есть. У нас чисто. Где грязь? Есть. Там грязно, да? Так грязи валяются, да? Все, пойдем собираться к Дедушке Морозу на елочку, да? Я много. Что много? Мы с собой не берем игрушки. Мы это все вот так дома оставим. Когда вы придете домой, будете играть. Хорошо? Хочу эту. Слоника? Зачем он тебе там нужен? Ты хочешь Дедушке Морозу его показать? Эту. Ладно, давайте одеваться. Поёт. Куда вы идете? Дедушка поёт. Дедушке Морозу. Дедушка поёт. Дедушка поёт. Ты подарки нам принес? Да, я принес дедушке подарки. А вы стишок расскажете? Да. Хорошо. Зейруня? Зейруня? Эй, я здесь. Наворачиваю. Видите, мамин синёк, это мамин хвостик. Все дети как дети, мои возле меня. Ты снимаешь, давай? Да. С пепси, с соками. Вот так надо встречать Новый год. Девочки, давайте бумеранг сделаем.
Santa baby, I really do believe in you. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You, I see everywhere around the fairies of December. Öyle mi? O zaman bugün belki size bazı ödeyelim olur. Ama şimdi hep beraber biraz şarkı söyledim. Ne dersiniz? Зейрашка, Зейра, расскажешь стишок? В лесу родилась елочка, расскажешь? Расскажешь? Нет. Возвращаемся в круг, берем зимние кружки.
работе. А так мы устали. Кидаем? Кидаем? Тянем? Ну, дурама да не верим, да? Сусады табики. У кадар шекер татлы еды. Она пока всю, весь пакет не опустошит, не успокоится. Притащила и Аслана подарок тоже. Бепчикар. Ай. Ты что, папу не целуешь сегодня, Зейра? Hep sosis diyor. Hep sosis diyor. Sosis mi yedin? Evet. Sulu köfte yedim. Çorba. Çorba yedim. Çorba yedim. Başka? Başka? Onu yedim. Не кричи, папа, не кричи. Onu yedim. Не кричи, Асланчик. Onu yedim. Aslan uyuyor. Aslan uyuyor. Uyanacak şimdi aslan. Onu yedim. Папа приехал. Зера бабасыны öpemez. Зера бабасыны öpemez. Şuradan peki. Buraya yapacağım. Buraya yapacağım. Zera bабасыны öpemez. Зера бабасыны öpemez. Новая игрушка. Дедушка Мороз подарил. А там не ползает, он только на полу. На ковре не ползает, баба. Я мама кай. Угу. Вау, какой там у вас дом. У тебя, по-моему, батареечки сели, нет? А, нет, танцует твой. Мама, у меня гуляпка. Под диван. Папа приехал, сразу столько счастья. Папа. А потом кто ее достанет оттуда? Хотя отпусти, отпусти ее. Она оттуда выйдет. Отпусти. Отпусти, отпусти. Иди вперед. Вперед иди. А что она туда плывет? Она не идет нормально. Видишь, туда-сюда плавает. Стоит. Подарки Деда Мороза, они очень ценны. А, солнышко? Работает, баба. У нас каждое утро с подарком начинается. Я купила им столько подарков, чтобы каждый день по одному дарить. Что там у вас? Что вам Дедушка Мороз сегодня принес? У тебя что? Покажи, что там у нас? Это. Ух ты, какая одежда. Шкафчик, да? Это. О, у Аслана что? У меня машинки.
А тебе нравится? Нравится. А ты что просил у Дедушки Мороза? Спайдермена просил, да? А он почему тебе, интересно, такие машинки подарил? Вчера кактуса подарил музыкального, сегодня машинку подарил. Почему, интересно? Спайдермена, наверное, он тебе потом принесет еще, да? Гарантию. Моего креативного мальчика, посмотрите. Асланчик, покажи свои носочки, которые ты сегодня выбрал. Смотрите, пошел себе носочки выбрал. У тебя красненькие сегодня. У обоих носики текут сегодня. Ну, вчера началось. Это розовые разве? Это розовая. Это розовая. Они заняты усердно. Это розовая. Свечки можно вечером надуть, когда на улице будет темно, мы их зажжем и задуем потом, хорошо? Когда темно будет на улице. Но ты их не корявай, пожалуйста. Если ты их будешь корявать, они не будут гореть. Ну, Зайрашка, спи. Ой, не могу. Тебе нравится? Тебе твой шкафчик нравится, да? Ты мою... Хороший шкафчик тебе Дедушка Мороз подарил, да? Он ночью приходит, когда вы спите, он приходит тихо, кладет вам подарки и уходит. Дедушка Мороз вот так, да, ночью приходит с мешком подарков, из мешка достает ваш подарок, кладет его и уходит, чтобы никто его не видел. Вот такой Дедушка Мороз приходит, да. Вы же видели вчера Дедушку Мороза? Что вчера Дедушка Мороз сделал, Зайра, расскажи. Эту купила, шкаф. Шкаф купил, да. А вы вчера на праздник ходили, там Дедушка Мороз и Снегурочка, что делали? Бросали. Бросали, что бросали они? Снежки. Снежки бросали, еще что делали? Песенки пели? Да. А вы стишки рассказали? Рассказали. Не ври, не рассказали. Постеснялись мои дети, стишок не рассказали. Да, и Зайрашка не рассказала стишок. В лесу родилась елочка. Да, Зайра? Иди мне тюнеть. Ой, собрался, да, молодец. А здесь платья должны быть. В плане игрушек очень аккуратно. Все соберет, аккуратно положит. Зайрашка тоже, но по настроению. Так, туда все положил, чтобы не упало, да? Вы сегодня куда идете? Нет, сегодня к тете в гости. Да? Ну, это же не Тойота, это же ее игрушка. А твои где машинки? Где твои машинки, солнышко? Sen beni neden sevmiyorsun? Ben sana ne yaptım? Mama, ışık. Ne ışık çiçeği? Söz bu. İdi şurada. Aslan, idi şurada.
Ну зачем ты ее платье забрал? Отдай. Отдай платье. Уйди. Аслан. А, он в шкафчик их складывает. Оттуда и со шкафчика забери. Потом заберешь. Он, видишь, шкафчик твой все положил, чтобы не потерялось. Аслан. Синуля, а твои машинки где, которые там были? Ты машинки свои найди. Слышите? Это папа их решил укладывать на дневной сон. Я тоже оставила, думаю, пусть папа уложит. Но они же его вообще не слушают. Вообще. Чувствую, придется вмешаться. Etkinliği bir saat önce bitirince arbede çıktı. Şu haber WhatsApp ihbaratına gönderilen çocukların büyük korku yaşadığı o anlar var şimdi sırada. Bir tane çocuk vardı, küçük yaşında. Bayağı onu fırlatıp atıyor yerine. Resmen atıyor. İddiaya göre tekmeledi, çocuğu yere fırlattı. Kaosa dönen yılbaşı partisinde ortalık fena karıştı. Arkadaşımı dövmeye başladı, saçlar koparmaya başladı, vitrine vurmaya başladı. İki gün önceydi, İzmir'de yaşayan Rus uyruklu bir grup anne çocuklarıyla beraber Noel'i kutlamak istedi. Bir kafeyi 4 saatliğine kiraladılar, 1500 lira ödediler. Saat 14-18 arasında. İlk geldiğinde sedekide hanımefendi dedi ki saat 5'te çıkacaksınız. Biz dedik ki biz böyle anlaşmadık. Her şey güzel giderken iddiaya göre kafe sahibi etkinliği 1 saat önce bitirdi. Konfeti patlatılınca da tansiyon yükseldi. Bararak ben burada temizlik yapıyorum. Defol gidin. Bizi resmen kovmaya çalıştı 5 gibi. Arkadaşımı tekme atmaya başladı. Çocuklardan biri arbedenin ortasında kaldı, yere düştü. İki tane sandalye fırlattı. Çocuk